Опыт Рока продолжается. С каждым годом он становится все опытнее и опытнее. И много такое шизофреническое. Плейлисты-то какие? Все это в бутике «Харман». Здесь я очень рад, что мы снимаем тут программу «Опыт Рока». По-моему, все очень хорошо одно другому подходит. Вот здесь вот комната, да, вот как бы комната, а там начинается как будто и вот экран такой невидимый. Светло, весело, стенки такие красивые, люди ходят за окнами. Я думаю, что это не помешает нашим съемкам, потому что я вообще людей люблю. Есть такая опция у акционеров на съемки приходить. Это личное общение с таким человеком ярким. Ты, в общем-то, попадаешь в ореол вот этой магии. Ценные подарки в виде дисков. Я, конечно, оказался максимально эклектичен. Надеюсь, там нет японо-латиноамериканского нойза. И еще более ценные подарки в виде наушников. Harman Kardon. Это было офигительно. И тогда они могут делать со мной все, что угодно. Увидимся на планете .ру.